семей состоялось торжественное открытие нового мини-футбольного поля, подаренного городу Халыкбанком. Мероприятие прошло в рамках акции «100 добрых дел», приуроченной к празднованию столетия банка по всей стране. На церемонии присутствовали аким города семьи Нурбул Нурсагатов, заместитель председателя правления Халыкбанка Мурат Кушенов, а также жители и гости областного центра. Мини-футбольное поле построено на территории спортивного комплекса университета Шакарима и стало важным вкладом в развитие спорта в новой области. В своей речи аким семьи Нурбул Нурсагатов подчеркнул историческую значимость города в развитии казахстанского футбола и выразил благодарность Халыкбанку за подарок. Семей является родиной казахстанского футбола. Первая футбольная команда нашей страны была сформирована в нашем городе. Благодаря Халык новая площадка станет местом рождения новых чемпионов и важным шагом для развития культуры спорта новой области. Открытие нового мини-футбольного поля символизирует вклад Халыкбанка в развитие спортивной инфраструктуры и поддержку молодого поколения спортсменов в Казахстане. По словам заместителя председателя правления Халыкбанка, футбол в семье активно развивается. В этом году команда города завоевала чемпионство по мини-футболу, а команда Елемай занимает верхние позиции в турнирных таблицах. Мы считаем, что подарок не только будет встречен положительно горожанами, ну и на самом деле еще вовремя был сделан. Поэтому еще раз хочу поздравить всех с открытием такой площадки. Новое футбольное поле оборудовано по последнему слову техники, отвечает международным требованиям безопасности, республиканским стандартам. Дренаж и покрытие на поле уникальны, что позволяет использовать его круглый год. Поле освещается 16 прожекторами, его длина составляет 44 метра, а ширина 22 метра. Поле было передано под управление спорткомплекса университета имени Шакарима. Существует трехстороннее соглашение между акиматом, Халыкбанком и университетом, согласно которому до обеда студенты университета могут тренироваться здесь, а во второй половине дня поле будет в распоряжении городского отдела спорта для развития массового спорта. В мероприятии также приняли участие члены футбольного клуба «Елемай», которые отметили важность нового футбольного поля для развития детского спорта в городе. Сейчас все делается для детей. В первую очередь, чтобы дети занимались, вели здоровый образ жизни, также полюбили футбол, наверное. Как они смотрят по телевизору, так они и мечтают во дворе играть, я думаю. И, ну, в общем-то, это прям супер для нашего города и для нашего футбола детского в целом. Халыкбанк реализует акцию «100 добрых дел по всей стране», приуроченную к столетию банка. В рамках акции банк построил мини-футбольные поля в трех новых областях – Абай, Жетісу и Улутау. Также банк подарил 7 городам детские площадки и 13 регионам инватакси для людей с особыми потребностями. Асель Айдар, Айдос Эткалиев, телеканал «Семей».